Вова пытается ехать сам. Получается. Мы приехали в парк Пало-Альто. Грир парк. Что так называется. Вот такое большое поле. А там вдалеке скейт-парк. Конечно, вот эти площадки все закрыты. Детские. Нам тут нужна велосипедная дорожка. Юрка вокруг него бегает туда-сюда. Ну ничего, едет. Не успеваю за ними бежать. Классный тут парк. Едет, едет, Вовка едет. База? Да, тут бейсбольная площадка. А что там надо делать бейсбол? Это игра в бейсбол. Игра такая. Помните, такая с битами? Там такая бита, мячик такой белый. Понял. Ну какой-то маленький. Да. Не маленький мячик. Такие специальные перчатки большие. Зона маленькая. Так, нам надо уже ехать туда. Ну сейчас мы уже вернемся. Да. Долго идем. Да, как раз мы там машины. Ну да, там небольшой круг здесь. Да. Я бы здесь сделал в день три круга. Едет Вовка. Мы в первый раз в этом парке. Ну прям тут классно. Че, немножко не туда въехал? Че? Вот когда я говорю какое-то одно слово, я сразу падаю. Нет, мне кажется, ты просто болтаешь много. Ну про это же и говорит. А-а-а. Ой, да, надо меньше болтать. Меньше болтать. Я сегодня стою. Я сегодня сказал мама, сразу упал. А, да? Я не понял вообще. Не упал? Короче, просто мама виновата, да? Да, я не понял, что. Садись подальше. Надо научить его стартовать. Это потом. Ну да, это потом. Стартовать. Не задави папу. О, какие тут красивые цветы. Класс. Макс катается на скейте, на самокате точнее. Алекс, ты куда? Туда не надо. Просто можешь посмотреть. Вон Макс. Я пока пошел дальше. Подожди нас. Папа, что здесь все нарисовано? Да, нарисовали. Вы с телефоном не ехали? А зачем вы не накладываете?
мама, блин, с вот этими рисунками класснее площадка будет. Папа, мне это было без рисунков, там будет какая-то более серая, как-то там, понятно? Эти рисунки вообще классные. Не убейся. Вовчик едет, Юрка бежит. Я тоже за ними бегу. Классно тут. Тут футбол люди играют. Очень хороший парк.